so hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Хочу задать вам вот какой вопрос, дамы и господа. Как вы думаете, что нам нужно для того, чтобы начать уже празднование нашего праздника, нашего дня рождения? И с удовольствием познакомились с девушкой вот здесь. Здравствуйте, как вас зовут? Я Екатерина, администратор. Екатерина, вы администратор, поэтому, возможно, вы знаете, что нам нужно для того, чтобы начать наше торжество. Не знаете? Попросить аплодисмент у кого-то конкретного или у всех?
Поздравить, да, действительно, поздравлений сегодня будет множество. Но какие варианты? Давайте еще подумаем, что нам нужно для того, чтобы начать. Семен, вы серьезный человек? Семен, скажите, как вы думаете, что нам нужно для того, чтобы начать наш праздник? Объявить о начале праздника. Семен, вы капитан, очевидность нашего вечера. Поаплодируем, давайте, Семену. Да, замечательные варианты, но знаете, нам нужна настоящая точка, чтобы всем стало понятно, что наше мероприятие, наш день рождения начинается. Я предлагаю нам всем вместе сделать такой финальный отчет до начала нашего праздника. Все очень просто, нужно будет поднять правую ручку вверх, давайте все это сделаем. И мы все вместе отсчитаем последние 5 секунд до начала нашего торжества. Поднимем правую ручку вверх, все. Семен, я тебя жду, правую ручку вверх. Итак... Последние 5 секунд до начала празднования нашего праздника дня рождения Фиесты. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Мы начали! Аплодисментами директора танцевальной школы Фиеста Анну Карнаутову. Эти аплодисменты в вашу честь, Анна. Откройте, поздравьте. Скажите первые поздравительные слова любимой, самой дорогой школе. После сегодняшних, вернее, после всех, да, вчерашних и позавчерашних событий я тут написала текст. Простите, я его не выучила, сегодня писала. Все нормально. Я вообще не умею выступать, поэтому я буду читать, уж простите. Давай. Дорогие друзья, так получилось, что я ответственна за все здесь происходящее, за все действие, которое называется фиестой. Но я не обладаю какими-то особыми талантами. Ну, я обычный человек, но один талант у меня точно есть, и я знаю, это способность находить гениальных людей и притягивать их к себе. Кажется, так говорил хозяин Икеи. Ну, или Стив Джобс, не знаю. Я благодарю всех собравшихся здесь за этот вечер, за то, что собираемся часто вместе, ну, с кем-то не очень часто, ну, и, в принципе, за полную, яркую и насыщенную жизнь. Спасибо нашим преподавателям. Когда-то это был только один Саша, а сейчас у нас уже 15 человек. Спасибо. Спасибо нашим администраторам и управляющему Юлии за то, что нашу творческую, кипучую, безумную энергию направляют в адекватное русло. Это очень важно. Татьяне спасибо за чистоту и порядок в нашем зале. Спасибо тем людям, которые просто... участвуют в жизни Фиесты, помогают нам всячески. Вы, если вы помогаете, значит, вы верите в наше дело, в то, что мы делаем, верите в тот дух, который стоит за названием Фиеста. Спасибо Антону и Кате, которые уже шагнули чуть дальше, уехали из Томска и сейчас... открывают новые горизонты для себя. Спасибо Руслану и Татьяне. Молодежь их, наверное, не знает, но все равно спасибо. А кто и это? Спасибо огромное ученикам. Очень приятно, что вы поддерживаете нас в трудные моменты. Без падений нет взлетов. Я и Саша любим острые ощущения. И вы не даете нам войти в смертельный штопор. И вот
уже нам 7 лет. 7 лет мы открываем таланты, мы объединяем людей, мы добавляем в этот мир осознанности, я надеюсь, что добавляем, причиняем добро, наносим пользу. В общем, говорить я красиво в микрофон пока не научилась, и поэтому у нас есть замечательный ведущий Ростислав, он и продолжит нашу концертную программу. Всем спасибо огромное! Сегодня у нас будет множество сюрпризов, и я хочу рассказать о некоторых достижениях, которых уже достигла школа «Фиеста» за эти 7 лет. А именно, за эти годы из небольшой маленькой танцевальной студии «Фиеста» стала одной из крупнейших танцевальных школ нашего города. Давайте аплодировать этим достижениям. За это время в «Фиесте» произошли такие события. Проведено 3 летних танцевальных лагеря, после которого у нас появились множество новых направлений. В 2011 году школа переехала в центр города. Это здорово. Теперь каждый может прийти и заняться танцами. Это здорово. И еще тоже значительное достижение. Появилось 18 тренеров по social dance, родились 5 детишек. Ну и, конечно, уже не сосчитать пар, которые познакомились в школе «Фиеста» и поженились. Давайте поаплодируем всем этим событиям. Это действительно здорово. И сегодня будет множество танцевальных номеров, и я предлагаю уже потихоньку к ним переходить. И давайте громко, бурно поприветствуем наших первых выступающих, а именно преподавателей танцевального направления «Реггетон» Елену Иванову и Елену Мохову. Встретим аплодисментами. Вещей на день рождения, возможно, каких-то подарков. Сегодня на день рождения в школе «Фиеста» каких бы подарков вы преподнесли? Я хочу поздравления сказать для моей любимой «Фиесты». Эти аплодисменты в вашу честь звучат. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые преподаватели, вы такие классные, вы такие суперские, зажигательные. Нам так нравится к вам ходить, трясти своими телесами. Это так зажигает, рождает энергию, которая идет дальше. Идет в семью, идет на работу, сияют глаза. Люди становятся энергичными. Я хочу вам пожелать процветания. Я хочу вам пожелать новых учеников. Я хочу вам пожелать... возможно, каких-то новых направлений, хотя вы и так классные. И еще я хочу вам пожелать, чтобы ваш задор у вас сохранился как можно надольше, и чтобы вы передавали его, можно сказать, из поколения в поколение, ну, всем своим ученикам. Зажигайте дальше, вы молодцы, мы вас любим.
Прекрасные слова, давайте поаплодируем еще раз. Drag you down. Oh, and if I had to break
Сейчас выступление «Леди Зук» под руководством Ирины Смоленской. Как? Смоленцева! Она гениальный руководитель! Под ее руководством сегодня выступит этот коллектив. Встретим их!
аплодируем еще раз. Прекрасное выступление. Давайте встретим очередной порцией несмолкаемых аплодисментов преподавателей, талантливых тренеров Ксению и Олега с номером Kizomba Fusion. Потрясающий, прекрасный, красивый номер, который было очень приятно наблюдать. Давайте, опять же, тепло встретим, как и всех сегодня на нашем, на нашей сцене, замечательный коллектив с номером West Coast Swing. Поехали! I'm
В танцевальной школе «Фиеста» научиться это делать так же классно с нашими замечательными преподавателями. Двух человек приглашу. Можно, пожалуйста, вас пригласить, молодой человек? И, конечно, не обойдется наш следующий момент, интересный, без еще одного человека. Мужчина, можно вас, пожалуйста, пригласить у нас поучаствовать? Давайте поаплодируем, встретим на всех наших замечательных участников, а я расскажу, что же сейчас будет. Конечно, никакие танцы невозможны без музыки. Музыка — неотъемлемая часть, которая играет очень важную роль в танцах. И сейчас мы познакомимся, во-первых, с нашими участниками. Как вас зовут? Ринат. Ринат, аплодисменты Ринату. Как зовут вас? Ксюша. Ксюша, аплодисменты Ксении. Как ваше имя? Евгений. Евгений, давайте поаплодируем. И Юрий. Юрий, аплодисменты. Смотрите, сейчас все будет происходить очень просто. У меня есть вот такие замечательные наушники и плеер. Каждый из наших участников будет одевать наушники. И задача ваша, друзья, танцевать под песню, которая будет играть в наушниках. Задача всех остальных людей попробовать понять, что же за песня там играет. Я буду предлагать несколько вариантов. Итак, Ренат, пожалуйста, одевайте наушнички. Сейчас я вам настрою мелодию. Давайте я вот тут вот встану, чтобы удобно вам было двигаться. Итак, первая композиция, Ренат. Вот, сейчас я буду предлагать варианты, пока можно просто понаслаждаться танцем. Итак, варианты ответов. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Ваенга, желаю, чтобы все были здоровы. Или же Чингисхан Москоу. Что за композиция? Чингисхан Москоу? Или вдруг как в сказке? Итак, давайте узнаем, что за композиция была. Слушаем, включим. Аплодисменты Ренату. Движемся дальше. Многие правильно угадали. Да, действительно, была песня, была Чингисхан. Надевайте, пожалуйста, наушнички. Я встану вот здесь тоже. Сейчас включу вам следующую песню, под которую попрошу вас исполнить танец. Хотя вы уже это, наверное, не слышите. Итак, следующая песня такая. Варианты ответов. Том Джонс, секс-бомб. Следующий вариант. Буйнов, простой бамбук. Или же Вика Цыганова, кому это надо. Итак, какой... Цыганова, да, скорее всего, так. Она и выходила на сцену с такими движениями, да. Но какая же правильная мелодия была у Ксении, сейчас мы узнаем. Диджей, пожалуйста. Ксения, эти аплодисменты в вашу честь звучат. Мы движемся дальше. Прошу вас взять у меня наушнички. Давайте я также встану вот здесь, чтобы всем было хорошо вас видно. Сейчас я включу вам следующую композицию. Композиция вот эта.
О, я даже не знаю, как. А надо как-то учиться выкручиваться, давайте. Вот так вот. Вот, кто фиесту запишется скоро, явно человек. Итак, варианты ответов. Ирина Аллегрова – угонщица. Руки вверх – студент. Или же Share Believe. Что за композиция? Вот так вот. Мне кажется, Владимирский Централ, я перепутал песни, там играют в наушниках. А, ну что, какой вариант, друзья? Еще раз напомню, Ирина Аллегрова – угонщица, руки вверх – студент. Или же Share с песней Believe. Аллегрова – угонщица. Ты знаешь, как под угонщицу танцевать? Как поезд надо уходить, да. Попрошу вас снять наушнички. Нравится песня? Все, снимай. Снимай, сейчас подсядешь на песню. Итак, ну, много было вариантов. Но какой же правильный, мы узнаем прямо сейчас. Диджей, пожалуйста. Замечательная песня. И еще наш один участник. Прошу вас взять наушнички. Сейчас я включу для вас композицию. Итак, готово. Значит, вот такой танец элегантный, элегантный, сдержанный. Варианты ответов. Элвис Пресли Тури Фрури. Слава, одиночество, сволочь. Или же «Браво, стильный оранжевый галстук» композиция. Ну, слушайте, тут все варианты подходят, мне кажется, да? Итак, но нужно выбрать один. Элвис Пресли. Он? Давайте, кто думает, что Элвис Пресли, поаплодируйте. А кто считает, что это «Слава, одиночество, сволочь»? У меня руки заняты, я бы поаплодировал. А еще одна композиция. «Браво, стильный оранжевый галстук». Кто думает, что... Один, но он не постеснялся поаплодировать. И правильный вариант. «Браво, стильный оранжевый галстук» — это композиция. Давайте подарим аплодисменты всем нашим участникам. Ребята, я попрошу вас не уходить, потому что есть для вас... замечательные призы. Прямо сейчас мы вместе будем вручать сертификаты, награждать учеников. И давайте всем аплодировать, кто будет выходить и получать. Итак, с кого начнем? Давайте я сначала зачитаю за что, а потом встретим. Да, потом кому? Коллектив танцевальной школы «Фиеста» выражает благодарность за активное участие в жизни танцевальной школы и за успехи в освоении и развитии танцевальных навыков. Оловянишникова Ирина. Ситникова Юля. Велейка Наталья. Кумай Дмитрий. Лукин дядь. Селиверстов Сергей. Тоже летает. Урина Прадед. Абдрашитов Андрей. Вдруг он пришел? Нет, не пришел. Смирнова Алена. Лаврентьева Татьяна. Таня, Лаврентьева Татьяна. Да. Немаева Наталья. София. Нет. Шишкин Антон. Калинина Яна.
что помогаете нам и за то, что стараетесь на занятиях. Преподаватели вас очень любят. И мы хотели бы представить и одновременно выразить благодарность нашим преподавателям. Ребята, смотрите внимательно, кому вы еще не попали на занятия, настоятельно рекомендую ходить к разным преподавателям. Разные благодарности. Преподаватели, вы у нас очень талантливые, талантливые по-своему, талантливые всегда, везде и вне пьесы. И первым хотелось бы выделить Чибизова Владислава. Преподаватель по ВКС, West Coast Swim. Биматова Татьяна. Тоже West Coast. Ахмедгалиев Руслан. Бачата Изу, бразильский зуб. Смоленцева Ирина, бразильский звук, прекрасный номер, сегодня дебют. Иванова Елена, реггетон. Мохова Елена, реггетон, старшая группа. Скорбогатов Олег. Кизомба. Кизомба. Афропластика. Афрохаус. Детские группы. Ситникова Полина. Хай-хилс еще. Сунчугашева Ксюша. Секс-бомб. Бумажку забыла. Сальса, парные и леди сальса. Ксюша, прошу любить и жаловать. Шмакова Елизавета. Бачата. Бачата леди. И детская хореография. Напалкова Анастасия, но она убежала, да? Вот так нас не ценят наши преподаватели. Настя убежала. Настя преподает джаз-модерн. Беседина Екатерина. Сальса. Гречнев Сергей. Тоже сальса, начинающие группы. Девушкам мы подарили сертификаты в магазин одежды, а парням, девушек в платье а парням мы дарим квест, чтобы, так сказать, прилагали свои мозги в нужное место. Да, обсудим это все после. И хотелось бы еще, чтобы вы знали наших администраторов, наших девчонок, которые следят за вами и помогают вам разобраться в разных сложных занятиях, ценах, расписаниях и так далее, отвечают на телефон, всегда вежливые, милые, добрые,
встречают вас всегда улыбкой, и вы можете к ним обратиться, но только если не сегодня, сегодня они не работают, отдыхают. Никитина и Екатерина. И Шакирзянова Настя. Я не помню, напомните, как нас назвали как-то однажды на дне рождения? Персонал, да? Это персонал фиесты. Вот эти люди делают фиесту. Без них мы, да, каждый день без них мы никуда. Спасибо вам, ребята, большое. Давайте еще раз поаплодируем всем, кто получил награды. Награда нашла своих героев. Спасибо всем, кто принимает участие в жизни танцевальной школы «Фиеста». А я хочу напомнить, что сертификаты прекрасным дамам представлены нашими партнерами, бутиком итальянской одежды «Кавалина Моска». А всем мужчинам достается замечательный квест выбраться из этого магазина брендовой одежды. Возможно, нет, хотя другой будет квест, но и на это тоже можно прийти. Ну что, а мы продолжаем нашу... Нет? Еще? Да, мы забыли хозяина. Хозяин, покажись. Хозяин! Александр Логинов. Хозяин! Александр, аплодисменты, ваша честь! Мы продолжаем нашу праздничную программу и приглашаем на нашу сцену следующий коллектив под руководством Елены Моховой. Встречайте, старшая группа «Парагитонум». ¿Dónde está la carta que no habla guitita o pa'lante? ¿Dónde está el colillo guitado de maleante? Como para ti, como para hacer el cante. Ahora, dale para la barra, no que tengo para pagar el trago. Mira aquí ya que hasta que me están mirando. Vamos a tirar la llama a ver si ganamos. Ahora. С эмблемой «Я люблю фиесту». Давайте поаплодируем еще раз всем участникам, всем преподавателям. Что же сейчас будет? Наверняка многих беспокоит вопрос. Сейчас будет небольшой танцевальный баттл среди преподавателей, да? Но знаете, музыка в этом баттле будет разной. Возможно, будут какие-то неожиданные композиции. Задача же преподавателей по очереди выходить сюда в центр и показывать какое-то танцевальное движение. Потом будет выходить следующий преподаватель, но задача человека, который будет выходить после, не повторяться. Соответственно, движения должны быть различны. Я думаю, с этим проблем не будет. Танцевальный баттл среди преподавателей. Давайте поаплодируем. Итак, первая композиция, наш первый участник. Просим движения. Вот неожиданно, такой может музыка быть. Это... Легкое сумасшествие.
что, мы приглашаем следующего преподавателя выйти к нам. И сейчас зазвучит музыка. Даже не одно танцевальное движение, а сразу 10 тысяч получается. 27 у каждого преподавателя. Что? С точки вам нужно? Вот так вот встанете, потом музыка. Итак, следующий преподаватель. И музыкальная композиция для вас, слушаем. Прекрасно! Ксения, выходите, пожалуйста, к нам. Без точки, так у вас выход будет? Хорошо. Следующий преподаватель и песня специально для вас. Ты что такая дерзкая? Мне кажется, кто-то уже Тимати позвонил. Тут девчонка есть, классно так танцует. По твою песню движемся дальше. Следующий преподаватель, мы просим вас с точки начнете. Как терминатор, давайте. А, ну ладно, как угодно. Следующая композиция для вас. Смотрим, слушаем. Вот видите, не только по тем направлениям, по которым преподают наши преподаватели, они могут танцевать, но и могут прекрасно. А как преподаете вы? Не направление, танцевально? Детская хореография вот так вот делаете? То есть вы с диджеем договорились, чтобы он нам именно эту песню включил, да? Отлично! Ну, давайте поаплодируем для начала всем. Всем учителям, сенсеям и гуру. И давайте... Давайте еще одну групповую забавимся, да? Да, давайте. Музыка, преподаватели. Такая вот. Коллектив, давайте погромче еще раз поаплодируем. Друзья, вам достаются замечательные сувенирчики. Нам 7 лет магнитик. Вот спустя 200 лет сможете продать этот магнит очень дорого на eBay. Потому что это станет раритетом. Ну что, спасибо вам большое. Еще раз аплодисменты. Бачата! Se ve, no.
Встречайте на сцене Полина Ситец и выступление в стиле стрип-пластика. И действительно, самому хочется пуститься в пляс. Мы продолжаем наш праздник, наше торжество. И уже встречаем здесь, на нашем танцполе, Руслана и Ирину с номером по бразильскому звуку «Откровение». And you were strong and I was not, my illusion, my
mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone out so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. 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 Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts, I know. Соединиться. А... Семен? Ну как ты? Как ты думаешь, Семен, кто к нам еще не присоединился на нашем празднике? Дед Мороз, да. Дед Мороз, Семен, рано, подожди месяцок-два. Два, подожди. И уже присоединиться. Друзья, давайте подумаем, кто к нам не пришел, а? Не слышно? Да! Потому что прямо сейчас в наши двери к нам на праздник ворвется Его Величество Торт! Анна, подскажите. Да, у нас торт сегодня в таком импровизированном виде. И это торт, ой, капкейки, простите, это торт.